Международный день пожилых людей, который в начале октября отмечают все жители нашей страны, это добрый, ласковый, конечно же, семейный праздник, который посвящен самым мудрым и великодушным, любимым и дорогим нашим людям, бабушкам и дедушкам. Так, на базе Центра социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста решили его отметить активно и спортивно, пусть даже после отмеченной в календаре даты. Идея локации 60+ возникла тогда, когда у нас появилась необходимость придумывать новые формы работы с людьми в условиях распространения коронавирусной инфекции. И поэтому мы решили собирать пожилых людей на улице, чтобы у них было меньше контактов. Наши жители, конечно, пожилые очень хорошо знают Брест, очень любят его, ценят и гордятся, но в последнее время у нас в городе появилось очень много новых локаций. И чтобы акцентировать внимание наших граждан на эти места, чтобы они познакомились, узнали историю их возникновения, мы придумали вот эту локацию. Идея такого активного и спортивного отдыха пришлась по душе каждому, ведь это не только отличный способ собраться вместе на свежем воздухе, пообщаться, почувствовать азарт игры и получить незабываемые эмоции, но и доказать себе, что ты молод душой. А цифры в паспорте – это только цифры. Такие интересные соревнования – это только плюс в нашу копилку нашей активной жизни. И не глядя на погоду, мы сегодня все вместе, и болельщики тоже с нами. То, что мы в этом участвуем, это большой плюс и организаторам, и нам, потому что мы участники, и нас это зажигает, нас это объединяет, нас это сплачивает. Бодро и уверенно участники команд отправились выполнять задание, лавируя по улицам города над Бугом. Цель конкурса ориентирования 60+, конечно же, объединение людей старшего возраста. Популяризация здорового образа жизни, а также изучение истории родного города. Во время игры команды прошли по заданному маршруту своей местности, выполнили задание за определенное время и отразили результаты в красочных фотографиях. Сложностей было никаких. Главное, чтобы нам было успеть по времени. Мы просто хотели пообщаться, поулыбаться, посмеяться. Это все было весело, дружно и хорошо. Когда душа еще не постарела, но возраст пришел, нужно себя найти в каком-то деле, что, собственно, и сделали эти прекрасные мужчины и женщины элегантного возраста. Они четко понимают, что сколько бы человеку ни было лет, это тот самый подходящий возраст, чтобы любить, мечтать и радоваться жизни.